Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Лехи X2. Вот так вот. Такой вот у него ник. И сегодня у нас коллекционеры. Будем мы ролить немаленькую сумму. 100 тысяч накопленных. Он накопил 112. Не знаю, сколько это было по времени, но в принципе, думаю, месяца 3-4 это точно. Даже, наверное, больше. Так, находится он в гильдии Синдри, я помню эту гильдию. Первые места по поводу вступления в WhatsApp на экране, пропуск БГ-кик, атака фартов кик. Вот так вот, такой вот аккаунт у нас, как видите, доната нет. Поехали посмотрим, что у него есть. И побежим ролить. Такс. Тут все жестко, ребят. Командора, ПБшка, Ледяной, Рибит, Ронина, Сура, Махатма, Рогатка. Ну, в общем, всех стареньких героев, еще новеньких. Так, смотрим. Ну, неплохо. По героям вопросов нет. Талантики. Это бездонатный, ребят, аккаунт. Супер. Такс. Коллекционер вот такой вот. Надо по-любому выбить за 100к, я думаю. Ну, ледяного мы должны вытащить. И плюс тыква рыцарь. Ну, начало уже отличное. Ну, надо ПБшка Ронин однозначно, потому что без этих героев сложновато. И Сурика, Махатму. Так, фея, ну такое. Триантик, королева Гарпи. Где имба герои? Твой музончик сейчас по-любому нам что-то упадет. 12к просто, 14к слили в никуда. Одержимый, ну душек, ведьма, ну герои падают. Но падает не то, что нам надо. Нам надо имба героя. Да чё такое? Ты чё издеваешься? Афина, 22к, ребят. Купидон. Всегда удивляюсь этому рандомчику. Просто жесть. 25к и 6 слизней всего. И нифига толкового. Ну, как бы толковые герои были, но... Это жесть. Так, let's go. Бедный Анубис. Плюс 3 яичка. Бум. Сразу же падает Ронин. Ну, поздравляю, офигеть. Вот так вот, ребята, поехали еще раз в рейд ради интереса. Ну, теперь на битве гильдии, если ожог вытащишь, будет все попроще. Так, отлично. Ну, сейчас тоже будет фея. Тоже имба когда-то была. Так, одного мы вытащили, но это маловато. Дед Мороз. Ниндзик. Где наш Ледофеникс? Вот наш Ледофеникс, ребят. Вот так вот. Все просто изи. Поздравляю, у тебя тоже есть имбовый герой. Считайте, роллинг уже удался. Мы потратили еще не все. У нас еще много самоцветов. Лепите лайки, только так я выбиваю. Поздравляю, чё, на бездонате это топовый герой. Поехали дальше. Отлично. Рино. Ледяхи сегодня тфу-тфу сыпят. Отлично. Ворожай, ну неплохо. Так, нам надо последние герои.
Капитан Дрейк. Варлок. Пора, походу, бежать в рейд. Рон. Давайте до 62, и будет ровно половина. Гаргул. Паладин. Ниндзя. Ну, супер, супер. Супергерои падают. Химка. Ну, это все не то. А вот это то. Махатма, поздравляю. Ну, тоже, по-моему, недостающая у тебя была. Если я не ошибаюсь. Да, бабулька тоже недостающая. Ронин, бабулька, Леда Феникс. 50к. Смотрим, что там у нас. Сердцеедка нам смерть не упала. 11, ребят, только 11 слизней собрали. Жесть. Не хватает войск. Поехали кого-то купидоном сейчас развалим в рейде. Смотрите, как он тащит. Бух. Все, он просто виндвиз ушел. Так, ну что, поехали дальше. Отлично. Та-дам, медуза. Так, ну ара такое себе. Надо кого-то бугимана уже тащить. Королева гарпий. Афинка. Ну, Афинка падает. Фрея. Ну, что я могу сказать? Фрея у него, конечно же, есть, но... Еще одна пусть будет. Почему бы и нет? Отлично. Поехали дальше. Так, нам надо рогатка... И надо ПБшка, только хотел сказать про ПБшку, вот и ПБшка, поздравляю, еще один офигенный ПВПшный герой, его можно использовать много где, ну, просто чумовой гер, надеюсь, он тебе поможет. Так, ну что нам там осталось, рогатку ловить, ну, стрелок такое себе, командора тоже такое себе, ну, просто все такое себе. Поздравляю, у тебя есть Коммодора, Ледяной Феникс, Повелитель Бури. Так, кого тут еще без доната нам не хватает? Рибета я, по-моему, не выбивал еще. Асура, Рибет, Асура, Рогатка, Бугимен. Ну, Рибет, Асура, Рогатка, Бугимен. Поехали. Малышник. Нам, по-моему, пора в рейд сходить. Смерть есть. Еще сердцеедку надо, и у нас коллекционер удался. Бугимен. Вот так вот, ребят. Просто унизили рандом. Просто изи. Так, кого мы там оживим? Давайте Фрейю. Поехали. Вот такой вот, ребятушки, ролик. Так, ну понятно, тут мы ничего не затащим. Let's go! Так, ну... Рогатка. Рогатка нам надо. И есть рогатка, ребята. Это просто лотерея. Вот так вот. Я сказал рогатка, значит пришла рогатка. Так только ролить надо. Так, окей. Смотрим. Смотрим, что там у нас. Что там у нас творится? Бугимен есть, рогатка есть, Махатма есть. Нам нужен Асурик и Рибет. Да, походу. Асурик, Рибет. Асурик и Рибет, ребят. Ну чё? 25к на Асуру и Рибета. Повезет, не повезет. Рибет, приди. Ставьте, не знаю, чем хотите, лайки. Но мы заролили просто эмпически. Вот он, профессор Рибет. Ну чё, Асура, ребят. 18к на Асуру осталось. И все, и аккаунт будет заряжен. Бездонатный топовый аккаунт. С героями, которые просто... Так, ниндзя это не Асура. Нам нужен Асура. Череп. Отлично. Малышник.
Так, надо отдохнуть, я думаю. Вот так, раз, два. Так, сейчас мы посмотрим и добьем. Супер, все, что надо, как раз места под этих героев есть. Ледяной Феникс, на, пожалуйста. Командора, да, пожалуйста, набери, не жалко. Бугимен, почему бы и нет? Махатма. На, ребята, у нас места не хватит. Рогатка. Это просто жесть. Вот это жесть, Роллинг. Что там у нас? Ну все, походу. Да, придется ему потом кого-то слить, но он уже найдет кого слить. Блядь, ну это все, ребят, это просто эпик. Сразу же утекаха пятая на том герое, на котором надо. Это просто читеринг, я так бы назвал. Это просто жесть, командора. Я в шоке. Ну чё, поехали дальше. Там он уже ПБшку и ребята кого-то освободит, откроет. Ну, let's go. Тыква, нам нужен Асура. И еще один ледяной Феникс. Ну, как в сказке, ребят. Это просто сыпет. Пора выключать эти читы и все. И ворожай падает. И снова в конце. Ну что, попросил 12к оставить, я тебе их оставлю. Забираем все плюшки. Это было, ребят, жестко. Реально очень жестко. Я не знаю, одного героя нам не хватает всего лишь. Асура, ну думаю, это не проблема будет. Жестко. Просто обалдеть. Так, забираем плюхи. Сердцеедка, кстати, нам так и не упала, зато нам упало все, что надо. Так, окей, получить все. Так, у нас остались что, карты остались? А, эти плюшки он сам, в принципе, заберет. Карты хорошие мы забрали. Так, ну, let's go. Так, есть. Забрали, забрали, открыли. Так, там еще потом он откроет. Бум, ну, такое себе. Ну, хотя, чего ожидать, тут Асура только нужен на аккаунте. Что мы хотим? Так, я хочу открыть рунки. Я хочу открыть эмблемку. Вот это я хочу открыть. Так, что мы тут сюда не все забрали? А, мы не откроем сердцеедку, мы же не выбили. Западло, короче. Ну, я думаю. Так, и тут будет у нас просто изи. Жесть, исцеление. Тыковка у него с чем? Тыковка у него берсовая, плюс исцеление рунами. Это вообще огонь, ребят. Ну все. Там даже может воодушку поставить. Супер. Просто супер. Так, ну таланты это он заберет потом. Так, поехали, попробуем паролить. Какую-то имба талантик выбить. Так, поменять. Эти карты оставим. Коробочки. Бум. Оживо. Ну, блин, конечно, интересная тема. Можно было бы Лида Фениксу поставить. Ну, давайте пока поставим. Бум. Грубая сила. И тут я задумался. У него куча героев есть. Я ее оставлю, наверное. Не буду дальше ролить. Пусть уже сам определится, подкрывает дальше коробки. В общем, ребят, вот такой вот мега роллинг. Я считаю, он был мега удачным. Пишите комменты, но это просто эпик был. Всем удачи, всем пока.